Так, ну и свободненько можно сесть. Я пару слов сказать. Я достаточно долго думал, как вообще построить сегодняшний семинар. В виде семинара первый раз, наверное, так мы это проводим, хотя на тренировках это включаю постоянно, лет на сборах много мы как бы делали, ну, скажем, элементы свели. Хотя, вот я две не очень большие, два с небольшим годом снимаю внимание. Вот. И, конечно, если заниматься йогой непосредственно, то более правильнее и заниматься, конечно, инструктор по йоге. Хотя, опять же, должны понимать, что все равно в современном мегаполисе, в городе, и вот мой сенсей по йоге говорит то же самое, что все йоги, они как бы в Гималаях, что здесь только скромные преподаватели восточной классической гимнастики находятся. Вот. Хотя люди тоже увлеченные, точно так же, вот, как многие из нас увлечены каратэ, они точно так же увлечены этим телом, и многие даже больше, и 24 часа в сутки как бы в голове у них эта тема развивается, и вот, ну, как бы смысл тот же самый. Вообще йога очень похожа, на самом деле, по многим моментам на каратэ, в частности на кюкушин. Ну, наверное, сейчас отдельно в дальнейшем об этом скажу. Так вот, значит, относительно построения сегодняшнего семинара, я все-таки решил не мудрить и не делать какого-то такого искусственного микса, во-первых, в силу того, что не такой уж я пока еще опытный, конечно, йог. Вот. И в силу того, что просто большой необходимости мешать нет этих два направления. Они, в принципе, самодостаточны. Как бы как йога самодостаточна, так и каратэ самодостаточно. Единственное, что каратэ в современном своем виде как бы тоже в значительной степени смещается в сторону как бы спортивного направления, да? Волей-неволей как бы теряет многие моменты, связанные просто со здоровьем именно с человеком, связанные с травмобезопасностью тех же самых спортсменов. Вот. То есть как бы, ну, ставится результат спортивный, его надо достичь, соответственно, выбираются те методы, которые необходимы, чтобы достичь именно этот результат. Да? По сути, своей каратэ это не совсем вот, как бы, такой конкретный, близколежащий даже цель при собой ставить. Да? То есть каратэ это некий путь. Вот. Ну и вот как мне показалось в йоге, и занимаясь йогой, можно несколько компенсировать вот те проблемы, которые стоят перед своей каратэ. Во-первых, в области именно методики тренировок, то есть очень много упражнений, которые позволяют предотвратить, как-то вот сделать профилактику травм, потому что, ну, все спортсмены, вот кого из спортсменов не спроси, как бы никто не всем скажет, да, конечно, каратэ, кикбоксинг, спортивные — это большие травмы, да, 5-6 лет, 10 занятий — это по-любому большие-большие травмы, человек должен знать, на что делать. Вот. Поэтому вот реабилитационный как бы момент с йогой сильно связаны. И это как бы не только мое мнение, да, вот тот факт, что все больше и больше с каждым, не знаю, все больше и больше каратистов и спортсменов, в том числе каратистов, ходят заниматься йогой дополнительно. Причем именно не просто так, как бы тренера, а многие сильно спортсмены ходят. То есть, в том йога-центре, где я занимаюсь, наверное, человек 10-15 таких хороших спортсменов. И из Шин-йога-шин есть ребята, и из Ику-1, вот, и ребята, которые там начинали с кикбоксинга, сейчас занимаются тайским боксом, тоже ходят. Вот с Шитарю ребят, которые мы там встречали. То есть как бы там можно встретиться с очень такими давно знакомыми и как бы людьми, которые тоже с разных сторон, но к этой теме приходят. Вот. Как бы такой чисто физиологический момент. Потом йога чем очень важна? Она учит, чем она как бы для нас, опять же, ну для всех, для нас в том числе, ну скажем, привлекательна. Она учит все-таки уметь правильно слышать свое тело. То есть обычный человек, ну или зачастую спортсмен, да, он либо, допустим, подчиняется каким-то где-то лень немножечко, да, где-то наоборот захотелось, там, пошла по руку, да, и наоборот перетянулся, перерывался, пережал, да, там какие-то. Кто хочет сниматься, кто не хочет. Да. Йога, она такая тонкий достаточно инструмент, который учит правильно услышать, что и сколько тебе необходимо. Да, вот есть такой принцип йоги, как усилия без насилия. Да, то есть прилагая усилия, но в то же время не делать на организм как бы большого насилия, которое он вызовет. Да, то есть умение именно слушать и слышать тело, сколько и чего ему нужно. Много очень компенсационных упражнений. Да, то есть если это растяжка, или, допустим, упражнение на пресс,
то обязательно упражнение присутствует на спину. Если это растяжка сустава ладоста, то обязательно растяжка сустава ладоста. Наверное, сустав как ладоста, растягивающий, укрепляющий упражнение. И в йоге вот этому уделяется очень большое значение. Как бы это основная, одна из основных тем. То есть умение понять, что как с чем связано, какие упражнения как с какими связаны, и как, какие упражнения, в каких объемах, в каких пропорциях между собой можно комбинировать. Вот. Вот это, как мне кажется, очень важная вещь. Это вот в процессе тренировки, сейчас я как бы буду это иллюстрировать, наверное, иллюстрировать процесс тренировки, но тоже, чтобы вы это в голову себе сразу взяли и имели в виду. Вот. Что еще? Как бы несколько просто еще приподнимает немножко йогу над вот каким-то обыденным восприятием многих вещей. Да? То есть те вещи, которые обычные, которые не занимаются йогой, видится по одному, занимаются йогой, видится совсем по-другому. Не знаю, в чем механизм какой-то, наверное, заложенный механизм. То есть это как такая определенная настройка приемника. Вот. Есть приемник, он может просто шуметь, если не настроен, да, а может там играть музыку, если настроить. И то же самое происходит вот, как бы, с людьми, которые начинают заниматься йогой. Причем, опять же, зачастую люди приходят из самых таких простых побуждений, просто поправить здоровье, там, растянуться. В том числе я пришел то же самое, просто хотелось улучшить растяжку и все. Потом вдруг в голове начинаешь отслеживать совсем вот такие интересные моменты. Просто именно наблюдать вот. Происходит такое некое расширение восприятия. В принципе, вот цель йоги, которая понятна более-менее нам, да, не переходя слишком высоко, это расширение восприятия. То есть умение просто увидеть многие вещи, почувствовать в себе и в окружающем мире, и в процессах происходящих расширения, которые несколько выше, чем то, что происходит в обычном состоянии. Вот, нас слишком много, я уже так сказал. В процессе буду пробовать что говорить, но так, чтобы не прерывалась тренировка. В йоге тренировка очень важна, именно такая текучесть процесса тренировки. То есть, чтобы это не было, мы сделали одно там, паузу сделали другую паузу, а именно некое течение. Ну, есть много направлений йоги, тоже думаю, что в это сейчас не буду вдаваться. Начнем разминку по традиционным. Где-то примерно час, может быть, там час с небольшим мы сделаем блок, который будет практически в чистом виде занятием йогой, потом посмотрим карате, а потом опять закончим йогой. Посмотрим, что это получится. Я думаю, что все будет нормально. Начнем с дыхательных упражнений, которые в йоге, в карате тоже, я думаю, что все знают много дыхательных упражнений, но опять же, в связи с уклоном в спортивный аспект, не так как бы часто к ним обращаются. Вот. И многие просто перестали видеть ценность этих упражнений. Вот. В йоге они носят, во-первых, просто разогревающий характер скажем, сосредоточения в значительной степени на том, что делаешь. И дыхание само по себе большое значение имеет в связи с гибкостью растяжки. То есть оно дает такой энергетический потенциал для и силовых упражнений, и упражнений гибкости. Простые вещи будем делать. Значит, сед прямо, спина прямая. Дыхание животом. Быстрое дыхание животом. Для того, чтобы правильно сделать, положи одну руку на грудь, одно положение на живот. Я пробую подышать животом так, чтобы рука верхняя, которая на груди, не двигалась. Да? Вот нижняя двигается рука, а верхняя не двигается. Да, вот дыхание животом. Вот так оно делается. Акцент делается на выдох. Вдох делается рефлекторно. Вот это похоже, как и в карате. То есть активный выдох, вдох свободненько. Вдох свободненько. Через нос все происходит. Да? Вот сейчас в таком режиме сделаем. Смотрите, сделаем 30 активных, быстрых достаточно. Примерно 2 цикла дыхания в секунду выдоха. Потом активный выдох вниз. Выпрямляемся. Втягиваем в себя живот на выдохе, после выдоха. Втягиваем в себя живот, собираем мышцы промежности, да, втянутый в себя живот, подбородочек тянет слегка вниз, макушка слегка вверх. То есть вот такое вытяжение получается по себе позвоночника. Еще раз, 30 активных быстрых дыханий, после этого выдох. На выдохе выпрямляемся, не вдыхаем, втягиваем в себя живот, концентрируем промежность, подбородок вниз, макушка вверх. И в этом положении держим на выдохе некоторое время, комфортно. Опять же, здесь усилия без насилия, не нужно прям, чтобы глаза влезли, но да, мы выдерживаем. Кстати говоря, в результате занятий пранаямой, я ездил и нырял в Египет, задержка дыхания невероятно, конечно, дает развитие. То есть я свободно нырял на 15 метров в глубину, без эквалата. И после этого на чемпионате России то же самое, по дыханию было, ребра были сломаны, а как бы дыхание было очень хорошо.
Вот эти дыхательные упражнения, ну, опять же, чисто физиологически, просто разрабатывают легкие очень сильно. В обычном состоянии у нас работает верхняя часть легких, допустим, и все, да? А здесь позволяет включительно весь объем легких, во-первых, как бы функциональное состояние вот этой всей системы, кровеносно-альвеольной системы включить, потом сама функция крови, которая усваивает кислород, да, распределяет, сама как бы кондиция организма по расходованию кислорода, да, то есть происходит, все на самом деле в организме заложено, все эти механизмы. Просто они спят, их нужно включить. Вот йога позволяет включить, по сути, то, что как бы у вас уже есть. Как вот, допустим, с нырянием, начинаешь нырять, разныриваешься, и задержка дыхания получается, ну, неограниченная совершенно. То есть она там-то есть, просто нужно включить. И вот, как бы, можно делать этим упражнением. Значит, еще раз. 30 быстрых дыханий, выдох, без вдоха, на выдохе задержка втягивания живота. Да? После этого вдох, прогиб глубокий, вдохнуть глубоко. Сначала вдохнуть животом, потом расправить ребра, поднять ключицы, вдох, на вдохе задержка дыхания. Выдох, расслабление, просто отслеживание процессов и состояния, которое у вас происходит. Просто ничего не делать. Ну давайте попробуем. Приготовились. Начали 30 дыханий. Можно горку не ставить, если получается без этого, просто как бы работа животом такая. Бум-бум-бум, такие удары животом по кишкам. Начнем? Начнем. Ставить, работаем. Спина прямая. Дышим, дышим, дышим. Должно быть слышно. Через нос активно дышим. Вот живот должен работать так. Спина прямая, не гнется, прямо сидим. Дышим, 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 дышим. Потом живот мощно работает. Прими спина, прими. Выдох вниз. Выпрямились без вдоха, тянули живот. Напрягли промежность, втянут живот, вороточек слегка вниз, макушка слегка вверх. Держим, держим, держим. Расслабленный. Вдох глубокий. Грудь расправили, плечи назад поставили. Еще на вдох глубже вдохнули еще. Без лишнего напряжения. Держим, 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 держим. И спокойненько выдохнули, прямая спина, и просто прислушались. Не нужно оценивать свое состояние как хорошее, плохое, просто прислушались к нему. Хорошо. Еще раз начинаем. Начинаем, начали. Дышим. Не считайте дыхание, не считайте, я скажу, куда это будет. Работаем животом. Прямая спина, лицо расслаблено. Толкаем живот, раз, 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 толкаем, толкаем сильнее. Выдох. Подняли тело живот. Сильнее толкнули вверх диафрагму. Мышцы промежности, ягодицы, да, как в саночный датчик, плотно собраны. Оборотчик слегка вниз, макушка вверх. Вдох глубокий, плечи расправили. Он очень высоко оценивает его проблему Мадзери. Да, вот он законной рукой тоже ходил в тренировки, мало что мог делать из асан, но пранаяму делают и каждое утро стал самостоятельно, стал делать пранаяму, там какие-то свои даже. Он чувствует, как ему лучше сделать. Хорошо. Опять же, с дыханием связано, уже начинаем потихонечку работать телом. На выдохе сутулим спину, кругленькая спина, на вдохе. Распрямляем. Выдох и вдох. Поехали, работаем. Все глубже, 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 глубже. Дыхание носом, 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 носом. Больше волна. Сутулим спину, выгибаем. Сутулим, выгибаем. Шея, голова, повторяем движение. Смотрите, такое существует более амплитудное, более функциональное вращение. Не просто как вот, допустим, зачастую вращать, да? А начинается с поворота головы в сторону, назад, через сторону сюда. И руками помогаете, руками немножко доталкиваете. То есть еще включается верхняя часть позвоночника. Попробуй, да, сюда. Назад, вдох, скручивание, выдох вниз. Вдох, скручивание, выдох вниз. Да? То есть вы еще смотрите, что происходит сзади там. Обязательно вдох-выдох.
выдох вниз. Вдох, выдох вниз. Колено скручиваем, руками доталкиваемся. Работаем. Не бояться состояния головы, уже не бояться. Если совсем плохо, да, спокойненько опустились и посидели. Все, не бояться. Вращаем. И в другую сторону начали точно так же. Вниз, выдох. Вдох через круг. Выдох. Вдох в сторону больше, подбородок доворачиваем. В сторону назад. Как бы стараемся подбородки сделать максимально амплитуду. Работаем. Хорошо, закончили. Прямо все. Свободно. И точно так же вращение корпуса. Смотрите, тоже с помощью руки. Как бы заваливаясь сюда на колено. Подбородочек вперед, в этом положении несутульная спина, тоже прямая. На другое колено со сталки и назад. И также здесь выдох, вдох, выдох и вдох. Поехали, работаем. Вот такая раскачка. Спина свободная, по амплитуде раскачиваемся. Тянемся вперед подбородочком выше. Раз. И сюда. И больше в сторону накручиваемся, больше шире. Выдох свободный. Вдох. Выдох. Свободный. Вдох. Выдох. Свободный. Вдох. Выдох. И в другую сторону. Опять же, вдох назад. Выдох вперед. Вытягиваем спину. Скручиваем, вытягиваем. Хорошо, поднимаем руки на плечи. И вращение рук. Самые простые вещи, на самом деле, если их делать с правильным дыханием, они немножко по-другому начинают работать. Здесь выдох получается, грудь собирается, вот вдох. Поехали. Выдох, руки вперед, вдох, на, здесь вдох, здесь выдох. Лопатками проминаем позвоночник, да, вот это такое положение, да, вот как бы новое ощущение можно почувствовать. Лопатки соединяясь, прям проминаем позвоночник. В другую сторону. Так, очень важно. Лопатки соединяются максимально на вдохе и проминают позвоночник. Хорошо, ставим руки на плечах. На плечах. Выдох, вдох, выдох сюда, вдох, выдох, вдох, выдох. И когда я скажу после этого на выдохе скрутиться, оттолкнуться, на этом раскрою свои руки, опять же втянуть себя в живот. Да, на выдохе. Здесь как бы продышаться, немножко зарядить кровь кислородом. Да, для того, чтобы после этого на выдохе положение держать, выйти вытяжение вверх, втягивать живот, собранные мышцы промежности, после этого придерживая себя, не отпуская. Глубокий вдох, значит почувствовать, что вдох, как бы все расширяется и происходит растяжение сильной мышцы спины и позвоночника. Вдох и выдох расслабление еще получится крутиться. Значит, еще раз. Выдох, вдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, докрутиться, удержать, втянуть себя в живот. Удержать некоторое время. Вдох глубокий. Опять же удержать немножко. Во время вдоха происходит растяжение очень сильной спины, позвоночника. Выдох. Еще немножко докрутитесь. Приготовились. Руки на плечи. Спина прямая, лопатки соединены. Вот как можно выше. В одну сторону вдох, в другую выдох. В сторону выдоха докручиваемся. Начали. Активно дышим. Слышно было? Слышно? Лопатки соединили, выше вытягивается, наверх. Еще активнее дышим. И выдох скрутились. Выдох скрутились. Макушка вверх тянется, живот стянули. Вдох. На вдохе задержки держим себя. И плавно выдох докручиваем слегка еще. Не напрягай спину. Почувствовали, да, что вроде как вы сделали предельное положение. Вдохнули, удержались, а на выдохе раз, еще получится дополнительный потенциал. Вот так, в принципе, во всех видах растяжки происходит. За счет глубокого вдоха-выдоха, вот эти дополнительные, связанные с расслаблением, напряжением мышц, суставов, связок, можно как бы глубже прорабатывать. То же самое в другую сторону. Сюда вдох, сюда выдох. Начали. Спина прямая, тянется макушка вверх. Активнее дышим, активнее, мощнее дыхание, мощнее. Прямо. Силовой выдох, как ски делается, такой же выдох мощный.
давайте когда не скулимся, плечи расправили. Лопатки соединили. И скрутили с выдох. Макушка вверх тянется, колено толкнулись рукой. Живот втянули в себя. Выше постарались поднять диафрагму, выше. Вдох. Животом, ребрами. Выше, как бы больше. Выдох. Докрутились еще. Усилие без насилия делаем. Не рвемся. Расслабление. И отпустили. Что еще несколько вращений сделаем? Хорошо. И ножки раскрыли, перекатываем к спине. Даже начать, что спинка полностью кругленькая. Позвонки один с другим прокатываются. Если этого нету, да, то... эта область, которая плоско падает, да, это жестковато, приземляется на ногу, является проблемой. Да, то есть, значит... Тестируй себя, по себе тестируй во всех проблемах. Ты поднимаешь слегка вперед, так закрываешь, да, когда вот накатываешь, значит, да, тем самым вытягиваешь. Еще одно упражнение, как бы разогревающее дополнительно поясницу, смотрите, вот так. Браться на коленочки, мы смотрим на них с одной стороны и с другой, с одной и с другой. Поехали. Хорошо. И ножки выпрямили. Прямая спина. Постараюсь полностью спину положить на пол, да, чтобы поясница у вас лежала на полу, не прогибаясь. Мыски тянем на себя, коленки полностью выпрямляем. Ноги не согнуты, ноги жестко прямые, мыски на себя. И из этого положения медленно ножки опускаем, не сгибая ног, и поднимаем. Обычный подъем ног, как бы упражнение на пресс, которое вы делаете. Только здесь очень важно делать сейчас ноги абсолютно прямыми, не сгибая, работаем. Опускаем низко ноги. В нижнем положении мыски можно вытянуть, а когда поднимаете, поднять на себя. Помните, таз, поясница, лопатки лежат все на полу. Шею, возможно, тоже положить на пол, расслабить. Лишнее напряжение убираем. Прямые ноги, да, мы заодно пресс качаем, мы заодно растягиваем под колено связки. Важно чувствовать растяжение под коленочками. Под колено держим хорошо. Зафиксируем опять вверх ножки, 90 градусов, поясница в пол. Поясница в пол, тянем мышцы на себя просто. Опустили чуть ниже, 60 градусов. Вот сейчас будем опускать слегка ниже, поясницу не отрывать, постараться в пол. 45 градусов. Постараться поясницу в пол не отрывать. И ноги абсолютно прямые. 30 градусов. 10 градусов. Почти на пол, да, но не кладем. Прямые ноги абсолютно, поясницу стараться в пол держать. 30. 45. Поясница в пол. И 90 градусов. Поставили ножки прямые. Руки поставили в стороны руки. И медленно опускаем две ноги, не сгибая, к правой ноге, но не кладем на пол. Чтобы зависели ножки. Прямые ноги. Держим. Прямые ножки, прямые. Глубоко дышим. Подняли обратно. Прямо. Опять зафиксировали хорошо поясницу. Пол, коленки прямые. И в другую сторону перенесли. Низко-низко, но не кладем. Подняли прямо опять. Хорошо, согнули коленочки. И разгибаем коленки в этом положении. Бедро перпендикулярно полу, коленки вверх смотрят, да. И разогреваем коленки свободно, да. Все внимание на коленках. На разгибание выдох, разгибание вдох. Представляете себе такое тепло в коленях, что они реально разогреваются у вас, да? Работаем активно. Раз, раз, мощнее. Пятки касаются ягодиц, полное углубление. Работаем коленками. Вместе ноги. Работаем коленками. Таз от пола не отрывается. И поочередно еще быстрее работаем. Прям чувствуем, что жар в коленках у нас происходит. Разогревается. Хорошо, ножки согнули.
хорошо. И сели прямо на штуку. Вот в этой плоскости мы сейчас колесо было. В прямой плоскости коленки разогрели. Сейчас плоскости мы скручиваем. Подтяги немножко к себе и кладем. Подтягиваем. Поехали почаще. То же самое. Дышим. И почаще постараться. Прямо держим. Почаще. Ближе к паду, почаще. Еще почаще. Более-менее получилось, можно либо продолжить то же самое, либо кидать ножку уже на бедро и стараться опустить коленку вниз. Коленку вниз. Аккуратнее сейчас, да, если это не очень приятно для вас упражнение, да, делайте не до самого конца. Да, аккуратнее. Как бы начинает делать уже тестирование немножко свое состояние. Больше включается еще сустав коленный. Не только колено, да, но еще сустав включается. Поехали. Про бедро ножку бросаем. Стараемся колено то же самое входить. Пятку выше стараемся просто. Дышим, выдохи. Бросаем коленку вниз, пятку выше забрасываем. Хорошо. Отлично, все ощущение в коленочках. Вы просто как бы сознание свое поместили сюда, да? Просто отследили все. Хорошо. Мягко в другую сторону, смотрите. Начинаем вот с такого положения. Коленка близко к колену. И вот в этом положении вы должны как бы немножко дожать бедро сюда вниз. Давайте начинаем мягко. Коленка близко к колену. Потом дальше забросим. Начинаем пока близко к колену. Да, близко. У меня были очень серьезные проблемы с коленями, как бы все время. Вытекала жидкость, как бы такие огромные были колени. Я от ударов очень стоял, вот, просто неграмотности в вопросах растяжки. И вот видите, последние два года никаких проблем с этими коленями суставы не испытывали. Нагружаем слегка, да, раз, закинули ножку, слегка на нее нагрузить, сесть слегка. Но опять же, очень внимательно чувствуем, что делаем. Хорошо. Освободили немножко ножки. Видели опять же силу в колени. Хорошо, это же сам подключаем сустав, да, дальше забрасываем ножку, дальше, да? И точно так же на нее стараемся, да? Вот, нагрузиться, сесть. Поехали. Дышим, обязательно, дышим. А можно помогать рукой немножко. Прямые ножки, носочки на себя. Давайте так, если у кого-то плохо растянуты коленные связки, можно снимать пояс и с помощью пояса сделать многие упражнения, которые мы делаем. То есть если это у вас изначально сейчас будет, просто пояс рядом с собой, все время пользуйтесь, ничего там страшного нет. Взяли слегка вот такой кольцевой захват пальчиком за большой палец можно сделать. Значит, что важно в этом наклоне? Одно из базовых положений — это наклон вперед. Положение сидя. Вообще наклон вперед. Прямая спина, да, чтобы вы не сутулись вот так вот. Не нужен совсем, да? А наклон вперед. Не наклон вперед, прямая спина абсолютно. Попробуем в этом же положении сделать опять же ту же самую технику, которую мы делали. Дыхание часто, прямая спина, да? Выдох. Да, вот этой техники, если кто-то покупал диск, вот у нас продавался Кадзуми, чемпион мира, всем известный, вот сейчас занимается этими вещами в том числе. Не только, но и этими вещами на диске это видно. Там не очень многие вещи непонятны, но видно, что как бы многие вещи из того, что мы делаем, как бы близкие, аналогичные. Итак, значит, дыхание частое. Выдох. Сейчас я покажу сначала, потом сделайте. Выдох. Втягивание себя живота позволяет вытянуть спину вверх, опять же, да, не сутулите. Выдох. Вдох. Дотягивается сильно спина еще. Выдох опять с расслаблением. Здесь работают руки, а спина должна быть свободной. То есть вы не спиной себя валите,
спину максимально постараться расслабить. Именно тянуть себя руками. Вот в йоге это как бы одна из таких принципиальных базовых позиций, что, допустим, одни мышцы работают, тянут другие. В это время другие расслаблены. Потом те работают, включаются, да, на силовой момент, эти растягивают другие. Да, вот эти вот моменты взаимосвязи большую роль. Приготовились. Взялись. Можно с поясом, можно без пояса, коленки натянуты. Попробуйте немножко, протестируйте коленки. Да, пятки, если отрываются у вас от пола, да, значит коленки более-менее натянуты у вас. Прямая спина. Начали, дышим. Поворотчик вперед больше тянет. Выдох. Втянули себя в живот. Диафрагму вверх толкнули сильнее. Глубже вдох. Животом толкаем бедра. Лицо расслаблено. Выдох. Тазовые кости. Позвоночник освободился, опустился вниз. Хорошо. Опустили, сели, прямая спина. Наклоны вот как бы в этом положении немножко разные все. В таком положении, да, точно так же разные. Вот так заправляются руки, да? Точно так же по-разному всегда, да? Попробовали немножко как бы по разным положениям, если поделали самостоятельно. Ровное, глубокое дыхание. Сейчас не будем дышать часто, просто глубокий, плавный вдох. На вдохе вытягиваемся вперед. На выдохе расслабление, просто опускаемся. На вдохе потянуться вперед повыше. На выдохе расслабление. И разные положения здесь. Делают локтями. Вот сюда блок составляют пальцем. И касаются подбородком ног. Дима наш сенсей, он высокий, длинный, там, в 90-м больше. Вот касается подбородком пальцев ног. Хорошо, выпрямились еще раз. Подвесите немножечко. Таз свободненько висит. Здесь как бы растяжение происходит по этапам. Опустили свободненько, прямая спина, держим вес в руках. В разных местах. Сначала, допустим, под колено не пускают, кажется, что все, как труба. Да? Потом вот могут вот здесь ягодичные мышцы не пускать. Здесь вот тоже достаточно опасная вещь. Если на номах бывает еще долго. Если надорвать слегка, долго восстанавливаться. Вниз спины, да, то есть, по идее, должно все равномерно у вас растягиваться абсолютно. Вот прямо от пяток и аж до лопаток этих наклонов должны. Наверное, тянуться. Хорошо. Противоположное упражнение, компенсирующий наклон, вытягивающий. Это про такой прыгнуть. Оп, поднимемся. Постараться ступни поставить на пол, таз поднять вверх, выше. Хорошо. И динамическое упражнение. Втягиваем таз вверх. Вниз и вверх. И тоже дышим. Вниз, естественно, выдох. Вверх, вверх. Выполнение еще поднимаем плечи, она не спеша, спокойненько. Выдох, на выдохе согнуться ножки, потащить нас дальше. И вверх, амплитуднее, мощнее дыхание, глубже дышим, и выше поднимаемся, ниже опускаемся. Работаем, глубже протаскиваем, растаскиваем, глубже. Выдыхаем с нижнего положения. Поднялись верхние. Уже ноги прямые, ноги сейчас не согнуты, да, такой столик получается. Таз выше поднимаем. Хорошо, это то положение. Правую ножку подняли вверх. И еще выше таз толкнули. Дыхание ровное. Не дышим часто, ровное дыхание плавно. Ножку в сторону. В сторону немножко. Таз вверх. Голову назад. Согнули ножку, положили ступни на бедро, опустили вниз, таз вверх, поднимаем выше. Хорошо, и опустили таз опять вверх. Держим. Ножку поднять вверх.
подниматься выше и выше. Стволы. Палец вверх. Дышим, дышим, дышим. Самое левое бедро, коленочку вниз. Вниз, колено, вниз, вниз, таз сверху, толкая коленочку вниз, слегка опускается. Хорошо, поставим ножку на пол. Еще раз поднимаем сверх. Хорошо, смотрите, опускаем его близко к пяткам, вот сюда. Близко к пяткам, ближе, ближе, ближе. Стараясь опустить таз, потом поясницу тоже стараясь опустить на пол. Руки тянутся. Вот руки для тех, кто из кюкшина приходит йогу заниматься. Руки, плечи. Самая проблемная вещь. Даже не спина там. Ну, спина, конечно, тоже, да. И растяжка, да, там, ну, это быстро приходит достаточно. А вот руки у всех настолько жестко забиты. И плечи. Тянем, 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 тянем. Плечи тянем, поясница постоянно. После этого покачиваемся, проблема. Да, поясница на постоянно себе пускай. Слегка вот одну руку более, больше пуляем, другую меньше. В другую сторону также. И поняли ножки на положение. Которые покачиваются. Выпрямили ножки. Должны чувствовать, мы делаем перекаты, делаем вначале. Дальше, дальше делаем, чтобы спина становится ваша мягче, пластичнее. Хорошо, ножку одну примите, другую поставили, ступни на бедро. И вот такая скрудочка. Очень многие упражнения, которые мы делаем сейчас, в принципе, в конгу используют тоже в разминке, в заключительных упражнениях. Макс говорил, даже Филипп приезжает, тоже делал многие упражнения, которые один в один как-то присутствуют. То же самое, глубокий вдох. И на выдохе расслабление почувствуйте, что докручивается коленка ваша. Спина и плечи лежат на полу. Постараться плечи, лопатки к полу прижать. Да? Руку на колено и вот слегка себя вниз и вот в ту сторону такое смазывающее движение. Глубоко дышим. Вдох глубокий. Слегка задержка на выдохе, слегка докручиваем. Вот упражнение как бы непосредственно связано с подвижностью сустава, да, и как бы с ударными ногами, когда ногами непосредственно. Ну, для детей обычно очень хорошо получается все. Мягко прижали коленочку к плиту сюда, к груди, вернули к груди, груди сначала. Потом отпустили другую ножку на бедро и другую ногу включили. Поставить на бедро поставить, которое положено. И отсюда включить. Плечи в пол постараться приезжать, плечи туда, рукой помогаем. Парные упражнения если можно сделать тоже. Вот так. Тоже. Глубокий выдох. Здесь только за счет как бы глубокого дыхания растяжка происходит. Все. Усилие равномерное, не нужно давить сильнее себя. Просто вдох глубокий, усилие равномерное. Выдох, на выдохе почувствуйте, что мышцы опускаются, растягиваются. Опять вдох глубокий, опять выдох. Да, голову совершенно правильно, противоположную сторону колено поворачивается, не сказал, поворачивайте, да, сюда. То есть еще по всей длине и шеи, и руки тоже вкручиваются сюда. Хорошо, колено к себе. Притянули. И два колена к себе, еще перекатики поделали. Хорошо, и копнули силы в присядь. Спину прямая. Линию ступни и голени максимально выпрямить. Давайте еще раз обратно. Взяли за мизинчики себя и за мизинцы все пальцы растянули. Да, вот как мы на руках растягиваем пальцы. Вот так же пальцы на ногах, да, постараться максимально растянуть это положение. Растянуть. А, и вот в этом положении толкаемся, голеностопы толкаются вперед, спина выпрямляется, линия голень, ступня в одну линию вытягивается.
ничего, если больно, просто больно и все, ничего страшного. Боль точно такое же, как бы ощущение, как и ощущение счастья и все остальное. Просто ощущение все. Хорошо, вытягивай спину сильнее. Еще сильнее, еще может сильнее. Ну, пробуждающее, стимулирующее ощущение. Хорошо. Если получается, чуть можно вернуться назад, локтями зацепиться. И локтями толкнуться, вытянуть спину вверх. Отталкиваюсь локтями от колена. Попробуй свести коленочки и медленно-медленно встаем, спина прямая. Вместе ступни, вместе коленки, медленно-медленно встаем. Жар такой прям должен быть в коленях. Опускаемся медленно, медленно, спина прямая, дыхание ровненькое. Вместе коленки, вместе пятки. Поднимаемся еще раз. Эти хрусты, это не страшно. Опускаемся. Болевых ощущений не должно быть, а по хрусту ничего страшного. Это как бы периодические вещи, переизбыток в организме там, неблагокачественный. Хорошо. Поставили ручки под пяточки и из этого положения удлили ножки. Если не получается, то либо с помощью пояса, либо с помощью штанишек. Можно задержать. Глубокий вдох, вытягивает воронечко вниз. Выдох, расслабление. Коленки натянуты. Глубокий вдох. Выдох, расслабление. Глубокий вдох. На вдохе немножко задержаться. Глубоко вдохнуть и задержаться. Чувствуем, как спина прям вытягивается. Еще вдох сделали, еще больше вдохнули. Выдох, расслабление полностью. Спина расслабляется. Хорошо, руками уперлись коленочки. Горлочки тянули вперед. Еще спину больше вытянули. Прямые коленки на бедра переползли. Еще больше спину вытягиваем. Легкие проники, даже пока получается. Хорошо, приподнялись. Руки поставили можно кулаками, можно ладошками на таз. Как удобно. Прогиб, да? Очень, стоп, не спешим. Очень мало кто умеет правильно прогиб делать изначально, как бы приходя. То есть обычно делаю прогиб, делаю управление на спину, люди просто ломают себе поясницу. Все. Потом удивляются, вроде я спину качаю, вроде там делаю там с железом, все, спина болит, не закачивается. Да, очень нужно правильно по ощущениям делать прогиб, чтобы вы спину не ломали, а первоначально вытягивали, после этого только выгибали. Прогиб. Ножки вместе ставим, руками изначально грудь поднимаем вверх, плечи расправляем и руками толкаем таз вперед. Получается, как бы вы не назад заваливаетесь, как так, не называетесь, а получается вот так выгибаете, да? То есть руками выталкиваем таз вперед, ось снова остается одна и та же, голова фактически и ступни на вертикальной линии. Да? И даже не чувствуете, что у вас не в одном месте какой-то боль, прогиб, а по всей длине позвоночника. И больше смещаем область лопаток, ощущение прогиба даже, и растягиваем по всей спине. Аккуратно, медленно толкаем таз вперед, грудь расправляем, грудь поднимаем вверх, плечи расправляем. На вдохе еще больше скрываем грудь. И по всей длине позвоночника открываем ноги. Хорошо, медленно упрямляемся. И оставляя спину такой же, как была, еще раз уходим на ночь. Можно ножки поставить на ширину плеч и попробовать заправить ножки, руки, если получается, тоже по спине. И тоже глубокий вдох. И тянуть подбородочком вперед. Выдох, расслабление. На вдохе подбородочек вперед, вверх. Вытягиваем спину, тянем. Выдох, расслабление. Хорошо, опять на коленки, на бедра приподнялись. Руки вверх, потянулись вверх. Так удобно сейчас. Можно шине плеч, можно в балансе ножки вместе. И такой же на сторону. Рукой одной тянем себя. Стараемся прямо отсюда, даже до растяжения, идти аж до самой ступни. Плавно тоже, равномерно. И то же самое, как больше вываливаемся тазом в сторону, получается. Такой завал. Дышим обязательно, дышим глубоко. Глубокий вдох, на выдохе плавно дотягиваемся.
успокоиться. Опять глубокий вдох, еще один. Выдох, дотягиваемся. Медленно выходим в другую сторону. Стараться, чтобы не было сильного у вас наклона сюда вперед и сильного сюда. Хотя в этом положении можно слегка даже покачивать, да? Это положение спины. Отследить точно так, как это сделать. Здесь тянется обязательно суставы нога тянется. Межреберный тянется, плечо тянется. Хорошо, вверх опять. И вверх. Таз слегка подобрали. Одна из асан, да, базовых, просто прямое стояние, на самом деле, да, то есть уметь просто прямо стоять, как оказывается, тоже непростое дело, на самом деле. Таз подобран, убрать прогиб в пояснице, убрать, чтобы вот такого прогиба от корящего таза не было, да, плечи расправить, чтобы не было бугра такого, да, горбами, что ли, и просто постараться в этом положении постоять. Да, можно совершенно верно поставить руку на живот, на таз, он слегка живот блокнул, таз вперед, и да, вы почувствуете, что поясница у вас стала прямой, без прогиба. Хорошо, можно начать плечи, поращили внутреннюю часть. Просто чуть вернулись в привычное состояние. Комплекс, который называется соленомаскар, приветствуем солнце. То есть там несколько, но такой самый простой делаем. Положение ножки вместе делаем. Значит, показываю сейчас сначала. Все как бы связано опять же с дыханием. Вдох, выдох. Вдох, ручки поднимаются вверх. Можно такое положение, можно такое, такое удобное. Выдох, наклончик. Можно вот так делать, в таком положении, наклончик вниз, выдох. Вдох, в этом положении полупрогиб получается. Выдох, толчок ножек, зависание такое на земле. Выдох, вдох, прогиб, плечи раскрываются хорошо. Выдох, горное положение, ступни параллельно, пятки стараются в пол толкать, копчик вверх, голову вниз, такая гора, здесь выдох. Вдох, прыжок к рукам, вдох, выдох, опять на кончик, вдох, вверх потянуться. Выдох, опускаем ручки. Еще раз показываю. Да, как карта. Один в один. Вот. И мы сейчас сделаем в разных дыхательных режимах, еще будет очень интересно. Значит, еще раз. Просто начнем с отдельного вдоха и выдоха. Ну, правильно сделать на ступне вместе. Хотя надо делать в этом положении. Значит, показываю еще раз один. Еще раз показываю. Вдох, выдох. Вдох, ручки вверх. Выдох, ручки вниз. Вдох. В этом положении. Еще ничего не делаю, просто вдыхаю, вытягиваю спиночку. Выдох. Здесь. Вдох. Здесь. Выдох. Горло. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Приготовились. Шаг будем делать. Прямо встаем. Сначала просто один вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох, ручки вверх. Выдох вниз. Вдох, посмотрели, вверх, вперед, на прогиб. Выдох, прыжочек, отросток. Висим на пол, висим, выдох, выдох. Вдох. Вышли таз, висит на пол, таз сейчас вытягиваем. Плечи распрямили. Выдох, толкнулись на забор, как. Пяточки в пол. В этом положении немножко задерживаемся, я посмотрю, голову опускаем вниз. Пяточки стараемся поставить на пол. Да, великолепно. Позиция для растяжения, опять же, вот всех. Подколенных, тазовых костей. Голову стараемся вниз опустить, ниже провалить. Пяточки в пол, ступни параллельно держим. Голову слегка приподнимаем и делаем вдох и прыжок вперед. Остаемся здесь. На вдохе выдох. Выдох вниз, наклон. Вдох вверх. Выдох. Ручки опустились с собой. Еще раз вдох. Выдох. И вдох, прогиб. Выдох, кожа. Приподняем вдох, прыжок, выдох, наклон еще раз, вдох, вверх, выдох, ручка опустим. Положение горка мы причинили себе так, как его в нем присутствует. Еще раз ритм ставим, а потом сделаем это все на задержку дыхания. Вдох глубокий, присутствуем назад, раз вперед, выдох, и поехали, вдох, выдох.
выдох, вдох, выдох, прыжок, мягко, вдох, вверх, вдох, подняли голову, прыгнули, выдох, опор, вдох, вверх, в среду, мы делали 180, на мазках 180, да, есть такая практика, тоже такая медитативная практика жесткая, причем на тренировке там в 7.30 утра, еще не очень проснувшийся, чуть разминка и 180 на мазках. Сначала делаешь раз, наверное, первый 20-30, ничего не чувствуешь, потом вдруг прям вставляет по жесткому. Вот. 108 раз. Классная тема. Приезжайте. Хорошо. То же самое делаем, еще завязываем на более активную дыхательную процедуру. Также сейчас дышим, называется дыхание, называется плавкать. Я сейчас не буду сейчас. Термин мне сам еще не очень хорошо. Помню, то есть это помню. Дыхание, плавкать, да? Выдох. Тянем живот из себя. После этого вдох. И начинаем на вдохе на одном все это делать. Значит, выдох, да? И начинаем вдох, и уже не выдыхаем, а вдохе садим. Ничего не делаем, не выдыхаем, опустили руки, опять подняли руки, да, опять наклон, на том же дыхании все раз, да, и все то же самое продолжаем делать на том же вдохе. И уже после второго выдыхаем. Да, попробуем, ничего, получится, попробуем, давайте. Ну, если очень будет тяжело, конечно, сделайте в любой момент вдох и выдох, а в смысле выдох и вдох, и все. Понятно, да? Без насилия, что в обморок падать не нужно сейчас. Просто на вдохе делаем, поэтому делаем выдох, вдох. И продолжаем дорабатывать до конца все вместе. Приготовились, ровненько стоим. Каплапкать, часто дышим, насыщаем кровь активно кислородом. Начали.
живой, живот. На выдохе задержку держим. Задержка, задержка. Вдох. Иначе. Наклон. Прогиб, небольшой прыжок. Ноги поднялись. Молока. Вы подняли прыжок. Наклон. Руки вверх. Руки вниз не вдыхаем. Руки вверх. Держим, держим. Выдох. В смысле наклон. Прогиб. Отброс ног. Прогиб в этом положении. Горка. Голову подняли прыжок. Наклон. Руки вверх. И вот здесь выдыхаем. Молодцы, отлично. И просто расслабить постоянно сидящие. Тяни живота. Вдох. Выдох. Вернее, так, делаем вдох. Выдох. И уже не дышим после этого. Да? Вот я делаю выдох, не дышим. И после этого, опустив руки, можно сделать вдох уже. Понятно? Или два раза сразу делаю на выдохе. Давайте, кто сделает один-один, кто дальше идет два, тот делает два раза. Понятно, да? Все то же самое. Не вдыхая, опустили руки. И продолжаем на том же выдохе делать еще раз два раза. Все делаем два раза, но кто-то делает. Вот мы сделали прыжок, сделали. Значит, выдох, вдох, выдох и продолжает делать дальше. Уже не дыша. Понятно, да? Кому, кто почувствует, пусть первый раз, что ему тяжело, уже немножко так, колбашит, тяжело. Кто два делает, делает два. Я напоминаю, что делать. Приготовились, дышим. Выдох. Тянули живот, задержка. Ягодицы собраны, промежность собрана. Живот тянутый, вверх поднят. Лучше грузим, макушка слегка вверх. И вдох. Выдох, поехали делать. Ладно. Приподняли ногу, прыжок. Откат, горка. Подняли голову, прыжок. Маргун. Вверх руки, вниз, вверх, наклон, подняли голову, прогиб слегка, отброс ног, прогиб, горка, подняли голову, прыжок, наклон, руки вверх, не спешим, опустили и вдохнули свободно. Там мы какие-то делаем другие вещи, немножко дыхание. Ну вот. Мне пока нравится вот это делать. Хотя я ему спрашивал, он говорит, что в принципе любые движения можно делать. Мы на разминках делаем то же самое. Дыхание, вдох, выдох, вдох и на вдохе там вращение рук активно, потому что раз 100 вращений рук сделать, после одной ноги тоже тело разогревается мгновенно, в 3 секунды. То есть вот как дополнительное просто ускорение разогрева тела, то же самое это все можно применять. Вращение, вот вообще. Поворотчик поднимаем вверх, пятку тянем назад, колено заднее ноги выпрямляем.
таз опускаем вниз. Вот это возможно. Пяткой. С помощью пятки задней ноги вытяжение происходит. Ну, девушка тоже почти вас одна. Хорошо. Такая правая нога впереди. А значит, правую руку под ногу разрастаем и наклоняемся вниз. Но не ложимся. Просто опускаемся вниз. Ступни плотно прижимаем к полу, задние ноги. Медленно опускаемся. Держимся, 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 держимся. Хорошо. Колено поставить на пол можно сейчас. Левую ручку. Хорошо. Или любое предыдущее положение, да? Вот как бы несколько ступеней получается. Одно из положений. Другое положение, с оторванной коленочкой. Третье положение. Сюда. И четвертое положение заходит. Хорошо, вернули ручку. Опять. Бегун. Вот эти один, стало четыре. Растянемся между бортом и пяткой растянемся. Хорошо. И ногу переднюю выпрямляем. А теперь попробуем сначала динамику, пожалуйста. Эту косточку поднять повыше, опустить и зайти в одну линию, как остаться, в одну линию. Ага, рука точно вверх, вторая, ну, очень хорошо. Да, вот у вас. Медленно опускаем, наклон ноги еще раз сделаем. Можно покороче сделать положение, чуть сложнее будет сейчас. И меняем руку с крестной, ставим сюда, бедра как бы соединяем уже получается. Да, и натягиваем все то же самое в этой плоскости. Да, поуже ноги ставим, можно повыше руку поставить, повыше ноги. И хорошо вот так случится. Во, вытягиваем себя. Как будто подвесили вот за руку. Прямая нога, прямая нога передняя, прямая, прямая. Уже ноги поставить, уже, если не получится, если тяжело, уже ноги, да, максимально. Мягко опускаемся, наклончик вниз еще. Отлично. Глубоко дышим, расслабляемся. Хорошо, поставили заднюю коленочку на пол. В этом положении наклончик вниз сделаем еще. Согнули ножку переднюю, заднюю. Поймали за ступню, как говорится. Сначала вроде снаружи, потом проворачиваете внутрь вверх сюда. И аккуратненько прижимайся. Ступню в направлении вот сюда к ребрам. Не совсем как сюда, да, как бы чуть-чуть слегка мимо себя. Тянется
плечо, спина, все активно растягивается. Можно так захватить сделать. Помочь с красной. Вот это, кстати, упражнение базовое для бразильского малыша. Хорошо. Медленно опускаем. Продольный шпагат. Не спеша. Значит, смотрите. Правильный шпагат такой. Ноги должны быть не в одну линию вытянуты, да? Вот не такой шпагат, не такой в одну линию. А ноги должны быть на двух параллельных линиях, вот так. То есть сустав доверенно закрыт. Руки, вес обязательно в руках. Очень хорошо делать на двух стульях или на двух опорах. Очень хорошо. Гораздо быстрее прогрессирует, если вы будете тянуться вот просто как бы ближе к бокам. Задняя нога на носке, пятка вверх. Колено вниз и желательно колено не опускать. И растяжение происходит за счет задней пятки. То есть вы опускаете, тянете назад заднюю пятку, и в этом положении опускаетесь ниже вниз. Задняя пятка. Бедра стараемся закрывать больше. Не спешите опускаться ниже вниз. Поехали, пробуем. Прямей спина, прямей спина, прямей. Глубокое дыхание. Сзади колено можно поставить на пол, пятку. Пятку смотреть вверх на носке, если ничего сухого. Прогнулись. Наклон вперед. Лечь. В то положение, которое удобно. Вот мягко таз расслабляем с собой. Расслабляем таз. Это положение уже полностью расслаблено у вас. Если расслабиться, если не можете лежать, то не держите, просто смысле ногу. Но нужно лечь и расслабиться. Хорошо, слегка приподнялись, ногу сгибаем вот сюда. Такие компенсирующие упражнения. Ложимся сюда. Коленочку попробуем выше поднять, пяточку потянули назад, пяточку приподняли и почувствовали, раз, пошло растяжение сильнее. Глубокий вдох сделали, выдох, еще пошло растяжение, опустились ниже. Еще глубокий вдох, выдох, пошло растяжение еще. Хорошо. Мягко начинаем скручивать зубочки. Дышим. Ритм дыхания взяли и работаем ритм дыхания, как паровоз. Чух-чух-чух-чух-чух. Ага, хорошо.
Спина прямая, вытягивает спину, задыхание зажимаем, спина прямая. Айк, в одну линию голова, спина, нога сзади, в одну линию. Вот стараться двигаться выше, выше, выше. Чуть махнуть. Оп, хорошо, наклончик вниз. Опускаем равномерно грудь, таз, все опускаем вниз. Хорошо, приподнялись, ручка снаружи, ступня, оп, и вытягиваемся. И после этого руку опускаем, вытягиваем за рукой все тело. Здесь раскрывается таз, положите здесь. Мягко опускаем. Локоть за бедро. Колено опустить можно на пол, да? Покрутиться, посмотреть вверх. Из этого положения оторвать сначала коленочку. Подышать глубоко, расслабиться. Потом можно поставить колено, поставить руку на пол и поднять руку так. Это тоже вперед, вперед, вперед. И задняя ступня должна вот так вот лечь на пол. Вот так сюда. То есть не в мыске стоять, а для устойчивости поставить на плоскости. Вытягивает спину, но тем самым вытягивает ее из тазобедренного сустава, и сустав освобождается. А когда позвоночник давит у вас, сдавливается тазобедренный сустав, он весь все время остается закрепощенным. Да. Хорошо. И одноименная рука. Да, одноименная рука. Нам вот здесь положение шина ног. Произвольно сейчас как удобно сделать. И вытягивается сустав. Задача распластать вдоль плоскости воображаемой, да, заведенный сустав распластать. Твой прямой в коленях. Рука точно вверх, 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 как будто прямо на весь сим. Вот рукой вы нажимаете на этот сустав. Мягко опустили, подняли ручки, можно уже поставить ножку. Не опускать заднюю колено на руку. Опора на руки.
и проводит пяточки ему. Отдельно работу можно просто закрывать бедра, проводить бедром задним идти, закрывать бедро. Так, сейчас надо шпагат и шпагат, да? На самом деле очень много здесь возможных работ шпагат. Хорошо, прогнулись назад. Можно поставить так и на пол, да? Наклон вперед. Не сутулиться. Идеально должна у вас все лежать на полу. Бедро, внутренняя часть переднего бедра, да, заднее бедро целиком, живот, таз, должно все распластаться по полу. Спина расслаблена, свободна. Ага. Есть такой или нет? Это хорошо. Классно, сохраняется возможность, да, еще в любом возрасте испытывать его ощущение. Хорошо, отпустили. У нас тут полочка. Прогнулись, раскрылись. Освобождение, как грудь раскрылась, таз висит свободно. Спина под весом таза, грудь вытягивается позвоночник. На вдох еще побольше сделали. Горка назад, можно через низ, да, так нормально функционирует, даже ничего. И горку подольше. Поочередно прям, сложите ножку криминально, и поставить пяточки на пол, да? Выдох, вложение. Таз вверх, слегка вправо, влево, таз тоже покачать можно. Скручиваться пяточками в одну сторону, в другую. Вывешиваем таз вправо и влево. Висим, как будто легли на бревно, да, и висим на нем, свешиваются ноги с одной стороны бревна, а плечи головой другой. Руки на коленочке, толкнулись, прогнулись, толкнули бедра вперед. Вверх боковой на столочке, все спрятно. Вешали плеч. Просто свободно. Захват за пальчики. Продолжаем тянуться. Подбородок последнюю ручку опускается, да? Тянем. Мягко опускаем, вытягиваем спину тоже. То же самое, как и наклон. Ноги вместе. Прямая спина положение. Ногами, там, в середине, не обязательно. Сюда можно подходить.
передача была то же самое, пульс, я как бы уже забываю, говорит, там про дыхание, да, думаю, что все уже понимаете. Но вот как все время помните, что дыхание постоянно сводится вдох, выдох, на вдохе опять дозируется. На выдохе остался. Хорошо, еще раз наклончик вниз. В идеале, если у вас 5 точек, да, 2 ступни, 2 руки, голова, в основном за одну линию. Хорошо, опора на руки, сместились на правую ножку. Это положение как бы все достаточно известно, да? В этом положении такое можно сделать доработочку. Рукой, да, или взяться для начала можно рукой за как бы лодыжку, да, и коленом толкать, да, если это получается, то ладони прям ставим на ладони ставим на колено и доталкиваем, вытягивая сустав. И спина вытягивается. У вас еще не только должно за бедром втянуться, но и позвоночник должен на положение вытянуться. Отталкиваясь плечо, да, колено. Хорошо. Надо переходим в другую сторону. Сейчас уже все хорошо разгрели достаточно. Долго сбиваться лишний будет. То же самое сначала во всем вытянуть. Вес на руки и ребят. Давайте сначала положение сделаем сюда. Освободили сустав, вращаем. Сначала мышцы вращаем, а потом и кость начинает суставной сумки вращаться. Раскачиваемся. И прижались к правой ножке. Глубокий вдох. Выдох, расслабление. Еще раз глубокий вдох. Небольшая задержка на вдохе. Выдох, расслабление. Хорошо. Тянули сверх опять. И в другую сторону мягко также наклонились. Вдох глубокий. Выдох. Вдох, запешка. Еще до вдох. Выдох, расслабление. Еще раз бегу вверх. Стараюсь освобождаться от каких-то перенапряжений в спине. Спина сразу в нашем тоне реагирует, становится жесткой, да, и это мешает работе. Боковые наклончики. А, так скручивается.
То же самое, просто под весом корпусом. И еще верхней рукой дорабатываем, да? Оп, ей толкнул прямо над плечом. Оп, толкнул прямо над плечом. Верхняя рука. Оп, дотянул сюда. Хорошо. И попробовали правую сторону. Одно положение, когда у вас рука находится здесь, или другое положение. Очень хороший тоже, когда руку прям под пяточку засовываете. Задача плечо поставить на пол, вот здесь перед ногой. Прям ладошку под пятку сунь. Угу. Локоть верхней руки докручен назад. И вытягиваемся. Глубокий вдох. Выдох расслабление. Еще вдох, небольшая ладошка. Можно со скрестным положением, да, что рука тянется туда накрест. А потом ее под пяточку. Самостоятельно дышим. Положение спины вытянутой прямой оставить. Голова лежит синяка вперед. Изначально на пол должен лечь живот, а потом уже все остальное. Нужно лечь животом стараться выбраться. Вот так можно. Да? Голову заводить. И надо потянуться вперед. Ну, на занятиях у нас очень хорошо там у нас инструкторов, тренер Маша. Дотягивай уже положение, давай, дотягивайся. Да? И тоже очень важно хорошее обоюдное дыхание. То есть оба должны очень хорошо дышать. Глубоко вдох, выдох, вдох, выдох. Я лежу, чтобы именно не ладоточек толкать, да? А равномерно тянуться. Вдох. Я ногами толкаю, чтобы его дотянуть. Выдох. Ловите, он сюда проваливается. Вдох. Быстрее вы освободитесь от задачи, вот что-либо что-то достичь, тем быстрее у вас естественно пойдет прогресс. Еще не приподнялись. Прошли вперед и вот в это положение расслабляемся. Да? Задача ваша лечь грудью на локте, как мы ближайшие с продольной шпагой. Так же здесь. Так что таз слегка висел, он помнит, слегка. И освобождался, пожалуйста. Тоже дышим глубоко и свободненько. Больше пройти вперед, если как бы положение напряженное, то больше пройти вперед. Чтобы больше надо добиться еще больше. Чтобы прям грудью лечь на предплечье. Вот. Еще больше вперед. Больше проходить вперед. Где больно? Коленки болят? Нет, так уже вообще не больно. Не больно? Я вот хочу, чтобы лишний грудь. Хорошо, давай. Постарайся опуститься вниз. Хорошо. Дышим. Хорошо. Прогнулись немножко на положение. Да, и шпагат перечник. Не стараться опуститься ниже, а стараться именно раздвигаться пятками в одной стороне. Да. Как будто толкаете стенки. Да. Поочередно так. Одновременная работа мысками. Коленки оставляем широко, а пяточки соединяем. И такими легкими скруточками дотягиваем бедра еще до пола.
пятки ближе к полу, слегка покачивался вперед назад. Хорошо, резкость на руках. Регулировали. Хорошо, коленочки соединили, а пяточки поставили, пошли. Положение гиакусаизан, да, так называемое. Очень важное положение для того, чтобы коленки ваши были в нормальном состоянии. Поначалу болезненное, делайте очень-очень аккуратно его. Именно сет между пяточками. Пятки шире, чем таз. Очень аккуратно делать, но обязательно начать работу. Скручиваем это положение. Докрутили справа. Отпахнули края. Закрутили слева. Я обратил внимание, что дети, ну, там, 10-12 лет, которые даже обладая плохой суставной растяжкой и пазловой растяжкой, да, которая хорошая обладает в этом положении подвижностью, раз за раз омолашивающийся с легкостью верхнего. Раз проносом пробивает именно за счет того, что колено хорошо разработано в этой плоскости. Но обязательно нужно компенсировать, да, вот одна колено в эту сторону ушло, да, значит, и в эту сторону, точно так же балочка, да, колени должны обязательно хорошо раскалиться. Хорошо. И перекатим на спине. Совсем назад закрываем. Сюда вот пластилин вот такой. Очень много хороших двигательных упражнений для спины, силы спины, именно силы спины и веса. Обычно, когда начинают качать спину, бокс поставить перед собой. И вот легка, как бы локтями себя, локти движутся вроде как в сторону назад, усилие направо назад. Грудь поднимается вверх. Вытягивается. Да, вытягивается. Прогиб смещаем в сторону лопаток. Мягко делаем это, хорошо. Закачка спины обычно связана с тем, что мышцы перенапрягаются и сажают позвоночник. Да? Вот в йоге большинство упражнений именно построено так, чтобы вот этого не происходило. Но происходит растяжение, а древнее сокрепление. Но упражнение очень мощное для спины. То есть прямо реально предельно. Точно так же поставили ладошки на пол тоже. Тянем в направлении на себя. Да? Не от себя толкаемся, а на себя. Как будто вам ноги придавило чем-то тяжелым, да? И вы стараетесь себя вытащить. Но у них не только вниз вперед, а вверх. Накатывает спиной на такой большой шаг. Плечи круговое движение назад. Вниз, через верх, вниз и назад. Прогиб смещаем в сторону лопаток. Прогиб к лопаткам из поясницы. Не должно быть в одном месте боли поясницы. Прогиб смещаем вверх к лопаточкам. Тянем грудь выше. Слегка вправо, слегка влево. Еще вверх. Не теряя прогиба, медленно опустились. Хорошо. Выдержание прогиба. Поднимаем коленки, поднимаем грудь, локти и просто держим это в этом положении прогиба. Приготовились, оп, поднялись и держим. Если 3 минуты будет удерживать положение, да, то спина никогда болеть не будет. Точно совершенно. Но на самом деле 3 минуты это, если научиться делать, допустим, минуту, то 3 потом даются тоже нетрудно, потому что вы перестаете постепенно держать мышцами, а держите больше, ну вернее, как бы одной какой-то мышцы, да, то есть усилие распределяется на мощные круги мышц и держать очень легко. Руки потянули вперед полностью, сильнее, прям толкаем стенку. Собрали к плечам, не необходимо, опускаемся в стороны. Толкаем тоже стенку посильнее, плечи выше. Не опускаемся, замочек взяли назад, замочек. И себя замочек круче, потянули вверх. Вперед. Супермен, да, так у меня. Поменяли. Коленки выше.
грудь выше. Вперед еще. Толкаем стену. Опустились мягко. Отлично. Ножки согнули. Более в пассивном режиме. Это на поработать сейчас. Смотрите, сейчас тоже спину постараться расслабить, тянуть. Напряжены у вас только, по сути, пальцы рук и ноги. Вы будете ногами себя вытягивать, ногами. Оп, приподнялись. Только кистями держим себя. Плечи, спину. И расслабляем. Завалились направо. Нажимаем плечо, да, которое нижнее плечо, в этом положении, есть возможность больше еще его открыть. Хорошо, до посерединочки. Держим. Выше. Правую руку ногу оставляем, а левую отпускаем. Подержали. Дышим ровно. Захватили. Подняли опять две. Ногами сильнее толкнули, ногами. И мягко опустились. Хорошо, мягко переворачиваемся на спину. Такое же положение, только получается наоборот. Смотри, почти такое же положение. И поднимаем таз. Называется полумост. Опора в плечи. Оборотом накатываемся на грудь. Таз поднимаем выше. Можно и опуститься и опять подняться. Если спина сильно устала, перекатики можно сделать. Если не устала, то руки под плечи и борту снимать. Работаем. Мягко накатываемся до касания носа, где потом подбородочка уходит. Если чувствуете, чуть-чуть перенаглись, группировка, перекатывай спине. Перекаты вперед назад, лево вправо тоже, боковые это перекатывай. Наклончики вперед можно сделать, да, точно. Можно спину немножко компенсировать. И такие же наклончики вперед, только перевернутые половину. Да, компенсируем перенапряжение спины. Но не перетягиваем, да, мягко. Давайте один подходик, гимнастический мост большой. Вот это большая проблема у всех каратистов, плечи забиты положение. И вообще не раскрываются. Это верхняя дел спины, да, вот такая получается фигня. А мозг должен быть как столик, абсолютно. То есть вес на спине не должен быть совсем. Должны быть руки и ноги, стоит и все. То есть вся опора в руки и ноги. А спина должна быть совершенно спокойной, расслабленной. Вот такое правильное положение моста. Вот. Для того, чтобы постепенно его к нему приходить, вот рекомендую делать для раскрытия именно грудного отдела и плеч. Да? Рекомендую делать как полустойки, полумосты у стенки. Да, то есть вот таким вот образом.
Плечи старается открыть. Давайте по стеночке, если можно, стеночку, кому? Или кто самостоятельно, самостоятельно делает. Значит, обычно мастер. Давайте попробуем. Вообще, из-за того, что плечи не пускают. То есть задача именно прямые выпрямить руки, толкнуть себя ногами, коленки выпрямить, вот, вот, вот. Дышать глубоко, открыться. Если качать, покачаться плохо. А потому что просто делая силовые упражнения, нужно обязательно сделать упражнение растягивающее. А из-за того, что в свое время мы этого не делали, плечи и вот эта спина, верхняя спина вообще сильно сильна, конечно, нажалась. Ногами подкачивать. Вот, вот, вот. Ребят, чем младше пояс, я смотрю, тем лучше мосты получаются. Чем старше пояс, тем мосты более дубовые. Перекаты мягко, проминаем спину, проминаем. Сейчас немножко перенапрягли, но просто даже для того, чтобы на контрасте секунды, чтобы перенапряжена спина, еще такое спина мягкая и чувствительная. Хорошо, и немножко загон. Тоже супер полезное упражнение, обязательно, да? Если плохо, если некомфортно, положите руки, бедра на руки, бедра на руки, да? То есть упереться руками в бедра можно, для того, чтобы вы в этом положении расслабились. Если ноги висят на весу, то вот сюда подставь, руки поставь, да? Поставь, да? Чтобы ноги лежали на руках, вот, и спину расслаблять. Если легко получается положение, руки соединяем в замочек за спиной, и замочек тянем в пол. Руки прямляем, замочек тянем в пол. Должно у вас быть три направления движения. Руки тянутся в одну сторону, пятки в другую, а копчик тянется вверх. Спина, по идее, должна быть прямая. Вертикальная прямая спина в этом положении. Дышим. Вот здесь лучше поставить, когда руки сюда, и уже на бедра. Бедра на руки. А, вот так. Наша спина. Спина стараться делать вертикально, копчик вверх тянется. Поставили руки под лопатки, ноги потянули вверх. Руки под лопатки, ноги потянули вверх. Ага. Локти как можно выше поставить, постараться. И дотянуться. Вытянуться в одну линию. Кто не очень устал, можно попробовать этот пяточек опускания ног на пол и поднимания опять. Тоже очень мощно упражнение спины. Опускаются ноги на пол слегка. Вот. И поднимаются прямые ноги обратно. Раз. Спина мощно работает. И растягивается, работает. При этом спину таз не опускается. При этом, да? Таз удерживается, ноги опускаются на пол. И поднимаются, но не опускаются. Вот, супер. Хорошо, у кого хорошо получается, можно согнуть ножки, попробовать поставить колени на пол. Около ушей. Ноги опускаем за угол опять, опускаем за угол ноги. И колени на пол около ушей. Вот, супер, хорошо. Если это легко получается, можно ноги соединить, коленки поставить на лоб и коленки вместе за лбом. Попробовать тоже на пол провести. Вот, на пол. Ага, вот так. Ну, опять же, аккуратнее. И кому достаточно, медленно опускаем сначала спину всю по одному позвонку. Тоже тестировочек хорошо. Нет, сначала опустить ногу за голову опять. Ну все, по полу. То же самое в парах очень хорошо, смотрите, как это делать. Да? Вот так, плавненько спину все. Прямо прокатать немножко. И спину постепенно опускать. Нормально? Да, есть еще хорошо. Хорошо, что закончим, мягко закончим. Ноги сгибаются вместе. Садись, ноги вытягиваются, на кончик вперед мягко сделай еще. Вниз.
Ладно, вышли. Толчок где-то вперед. Боковой на кончике. Опустились, начали бедра. Поднимаем ягодицы высоко и бросаем. Свободно. Хорошо, выбиваемся в пары. Немножко делаем. Мне просто очень интересно, как сейчас у вас будет, каким обращением. То, что будет делать в парах или нет. Просто пары поработаем. Ну, такое, по заданию. Леша, сразу, чтобы включиться в тему, упражнение пожестче выполняем. Один партнер просто ставит положение, да, вот, сунуто. Дальше руки оставить. Да? Да. Второй, в этом положении, прям удержит. Можно, если хотите взяться, чтобы так по пору, да, чтобы было полегче. Да? В этом положении. Да, вот так вот такую выложить вдоль. 20 ударчиков с одной ноги, 20 с другой, потом смена. Нажимаем, начали. Не, с опоры. Каждый раз бросаем лучше, бросаем. Да, более. Аккуратно не вбиваем ножки, если нужно ударить. Аккуратно. Да Гипсель он тебе покажет. Там. Аккуратно. Не нужно больше делать. Сделаю. Контролируем степень контакта. Сейчас хорошо разработаем размер таза спина. Повторно именно вот этим движением. Да, да? Свободно может и вылетает. Да? Свободно и вылетает. И я садится в стоечку. И садится в стоечку. Понятно, да? Ручки. Даже не спешите делать обязательно сейчас. Там очень быстро, а именно сделайте. Сюда. И садитесь. Поехали. Нажимай. Вот так же нога должна пойти. Свободно, как камень. За стойками следим. Спину не напрягаем. Сейчас спина наша очень для вас должна быть хорошим давать сигналом. Свободненько. И свободненько, да? Наталку немножко, да? И сюда. Именно поставить ножку и вот так бедра подносим. Бедра крутить и ножку веса поставить в ногу. Да, именно сделать и все. Поставить и в нее вот такое, как вот вы, допустим, вот такое движение делаете, вот то же самое должны сделать. Не так вот, да, не вот так вот, не такой толчок. А поставить и толкнуть слегка. Ясно? Что еще постараться не делать? Не делать слишком долго. Раз. На отдельном движении. Отдельно поставили, отдельно толкайте. А прям вот так сделать.
Понятно, да? То есть я вес переношу обязательно движение. Я не только делаю там движение руками, я все-таки вес толкаю. Да, и то же самое. Оп, здесь закручиваю. Здесь докручиваю, докручиваю, докручиваю. Не абсолютно сильное движение, не абсолютно. А именно... Отслеживаем каждое движение. Как вот вы сейчас тянулись, отслеживали состояние свое позвоночника, тазобедренный устав, всех связок отслеживали. И то же самое здесь, максимально отслеживаем. Вот так Максим сейчас, Дэдик, в последнее время говорит, да? Из нуля состояние, из нуля. То есть, допустим, руками ведет наталкивание, да? Раз. Положение раз и ноль, 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 и потом резким. То же самое здесь, раз, положение нуля, да, и вкручиваю, да, и вкручиваю, ноль, и свободно вкручиваю. Давайте еще чуть поработаем. Освободиться, кан, и из этого освобожденного положения так будет неожиданно. Короче, еще один, короче, любая нож, какая вам удобна. Можете начать, допустим, с левой, правой, можете здесь сделать, да, как вам удобно, как вам удобно. Отжимаем, поехали. Трынь. Вот так набрасываем. По 4, да, по 4. Да, по 4 пока. Ручку бросаем, брось. Вам бросаем, бам-бам. На поклонку ноги, за рукой идти. На поклонку легче. Не тратьте сил. Да-дам, легче. Отдыхайте, пока партнер делает. А четвертую выполняйте. Брым, резче. Свободнее плечи, свободнее спина, свободнее. Свободней, плечи руками, плечи ногами. Ямы, то же самое, только по одному дальше делаем, по одному. То есть в одну сторону раз, два, и сразу другой возвращаем. Раз, два, на мой удар, на мой импульс ножку. Он уже должен ударить рукой или этой рукой, или этой ногой. Да, любой, любая из рук, любая здесь. Но именно хороший контроль, да? Бросай. Не защищайте пока, не надо защищаться. Надо разнообразие, да, разное. Чтобы мы не думали, какую рукой бить, какой ногой, как комбинировать. Но теперь у вас свобода. Одно бежит у другого, одно и другого. Свободно попрыгали. Молодцы, хорошо. Давайте переходим на средний верхний уровень. Под похожее задание делаем. Вот такое положение защиты. Вот такое. Как бы защита должна быть у... Тренируйтесь с людьми, тренируйтесь для касательных тренировок. Как бы она должна быть вообще базовым навыком. То есть не должен спортсмен думать так, а защититься мне или ударить. Или ударить мне, там, допустим, или я откроюсь при этом. То есть состояние защиты должно быть как бы, ну, базовым изначально. Да, вот Филя удавался, постановочки то же самое, да? Здесь, от головы, от рук. В принципе, все он говорил, то же самое, что как бы наблюдается в тюкшине. Локти прижаты, голова защищена. Да? Если вы еще поднимете колено, то получается абсолютно полное защитное положение. Вот ударов ногами на голову. Значит, я наношу 4 удара. Раз, два, три, 4. Руки стараемся головой не отрывать. Вот здесь, да? Локти не отводить от ребер. Вот так, не приподнимать руку в защиту головы, да? Не приподнимать. Все больше и больше. Поднимают голову и бьют чудом. Все больше и больше. Да? Поэтому, даже защищаясь от верхнего удара, локоть ваш нож должен быть оставлен вниз. Даже слегка приподняли, ребра ваши должны быть собраны. Если вы подняли руку, растянули ребра. Приподняли руку одно, но ребра растянули другое совсем, да, уже как бы более болезненно. Поэтому попробую сейчас позащищаться, не отрывая локтей, да, вот, да, от головы, да. И тоже так же, все 4 движения выполняем. И точно так же должны легко бить, да, средний уровень, да, не боясь, да, куда ножка, здесь. Ну, когда, вот, слегка, ты работаешь, давай, смотрим, какая защита, как больше защиты. Да. Давайте легче. Можете произвольно работать. Если интересно вам произвольно, бейте произвольно лучше.
Если навык не очень хороший. Получается, да? Снизу вверх, да, снизу вверх. С хорошей закруткой колена. Да? Здесь отсюда, да? И здесь отсюда. И так же, здесь раз, закручиваем. Раз. Видите, не делаю я очень сильное движение. Да? Раз здесь. Здесь дополнили. Здесь, да, здесь и здесь. Отжимаем. Давай, мальчики. Импульс назад, не будет. Короткий импульс, короткий, короткий, короче, свободен. Не перенапрягаться, короче. Если будете толкать долго и сильно, это будет вред удару вредить вашему, вредить упражнению. Сам. И уже бьем произвольно все давать. Произвольно. Любой удар. После любой руки, любой удар. Четыре делаем, четыре с другой стороны. Начали. Легко. Отжимаем. Легче, легче, свободнее, легче. Лезать, бросать, лезать. И сразу руки так легко могут вставлять. Легко. Нет, одиночные. Один, один, один. Рука, нога, рука, нога. На пустого пусть сразу рука. Да, пусть ноги. Пусть ноги. Сразу на рука. Легче, 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 легче. Легче, 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 легче. Локти прижатые. Ладошки головы. Пальчики прям поставили на руку на контроле. Поставили. Легче, легче, легче. Оп, одиночки продолжили, одиночки. Стряхнулись опять же. Ху-ху. Раз, два, в другую. Работаем. Легче, 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 легче. Сюда отбором. Легче, легче, легче. Легче, легче. Свободные, быстрые голи. Легкие, быстрые, легкие голи. Легкие, легче, быстрее голи. Легче, быстрее. Легче, 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 легче. Или вверх, или середина. Любое положение. Защита, да, и атака сразу. Внутренний лукик. Все то же самое, только не, уже не защищаемся, а просто и убираем. Два сразу. Пока, да? Еще раз. Снаружи. Раз, два, два отсюда. Внутри. Раз, два отсюда. Пока, да? То же самое сзади ножку. Снаружи. Раз, два. Снутри. Раз и два. Пока, да? Не спеша. Спокойно. Нажмем. Начнем. Давайте по 4, 4 руки, по 4. Переднюю снаружи, внутри. Заднюю снаружи, внутри. Свободно, легче, легче. Вообще легко, легко. Как будто вы йогу делаете. Легко, свободно. Хорошо. Раз, аккуратнее. Поднимайте ножку. Да, раз отсюда.
И все точно так же, как только вместо защиты. Вот этот ритм возьмите, как вы защищаетесь, так же, да, только должны забросить ножку в этом удачу. Точно так же изнутри, партнер, атакуйте изнутри. Выходите, да? Раз, отсюда, раз, отсюда, раз, отсюда, раз. Только, да? Взять прям ритм защиты. Как вот вы поднимаете ножку в защиту, в том же самом ритме вы должны ударить. Пока, да? Давайте попробуем. Значит, работа сейчас очень важна еще и того, кто атакует. Того, кто атакует. Я атакую, я все время помню, что с каждого из ударов он может увести ножку в голову, да? То есть моя рука находится здесь. Пока, да? Чтобы не было. Все приплуги у нас вот так, все абсолютно. То есть никто не думает о том, что другу дает встречу. Просто надеется, что партнер не очень техничный, таких вещей сделать не может. Но нужно стараться как бы рассчитывать, что партнер будет сильный. Пока, да? Отжимаем, начали. Дотягиваем копчик вверх, пятки в пол, голову в пол. Плечи в пол тоже опускаем по мышечной половине. Подняли голову, вдох, прыжок. Тянемся вверх, тянемся, тянемся, поднимаем. Выдох, ногу вниз. Вдох, руки вверх. Чуть задержали дыхание. Выдох, освободились. Еще раз вдох. Выдох, наклон. Вдох. Выдох. Прыжок. Вдох. Раскрыли. Выдох. Корка. Вдох. Подняли голову. Прыжок. Выдох. Наклон. Вдох. Вверх. Выдох. Вниз. Хорошо. Давайте еще тут в конце парочку. Правильно? Все больше хотят покачаться там. Что-то. Какие-то сжимания, прыжки, импульсные, взрывные упражнения поделать. Взрывные великолепные темы, но вот эти изометрии, как бы, ну вот через, я думаю, что упражнения йоги можно как-то больше смысла их понять. Много очень баланс упражнений. Плюс ко всему они связывают очень хорошо. Смысл их в том, изометрические упражнения, не в том, что вы как бы просто тренируете мышцы, а смысл в том, что вы замыкаете некие мышечные структуры. То есть вы работаете, допустим, не только уже рукой, да, но включается очень хорошо спина, живот, ноги, то есть тело. Работа как одно целое. Вот в этом смысл вот этих изометрических упражнений. Но это нужно именно понять, почувствовать. Их нельзя делать просто тупо.
Если вы не будете работать над принципом, да, то упражнение будет бессмысленным. Вот в йоге много балансных упражнений, когда вы практически стоите на руках, делаете различные такие другие телодвижения, которые соединяют хорошо очень руки и спину, по крайней мере. Да? То есть руки и спина работают в плотной связке. Вот такой присед. Приняли положение. Упора на руки, коленочки упираются под мышечные впадины. И постепенно переносим вес на руки. И в этом положении зависит найти баланс. Упражнение очень легкое, если вы правильно делаете. Пяточки повыше. Вот так. Спину, да, свободненько. Дышим глубоко. Держим это положение. Голову выше, голову вниз не опускаем. У кого легко получается, это положение. У кого не очень, пробуем несколько раз. У кого легко, из этого положения пробуем не одни руки опустить голову на пол. Да, можно поднять ножки вверх, опять опустить их. И медленно опять подняться. Оторвать голову. Угу. Не спеша опустить ножки, а? Не спеша поднять голову. Супер. Отлично. Хорошо, медленно опустить ножки. И медленно оторваться. Да, да, вот, супер. Отлично. Очень хорошо. Да. Но на самом деле 90% напряжения, оно лишнее. Его нужно убирать. 90% напряжения лишнее. Точно так же выходим в это положение, повисаем и пробуем ножку одну. Вытянуть назад, поставить опять на ручку, да, другую ножку пробовать. И поставить на ручку и уйти сюда. Да, пробуй. Не спеша, медленно, аккуратно. Не спеша, не торопясь. Можно просто поставить голову на пол, да, поставить голову на пол и в положении голова на полу, да? Одна рука остается. Все то же самое, да, встали сюда, как вы стояли, да? Опустили голову на пол и одну ножку вытянули сюда, да? И убрать. И другую вытянуть и убрать. Можно в это положение попробовать подняться, голову оторвать. И опять поставить на ногу. Попробуй, давайте. Опустите его, давайте все берете с головой. Одну ножку на плече, другую вытянуть. Вот так, мягко опустить, вытянуть не спеша, расслабить лишние мышцы, опустить и подняться. Хорошо, пробуй сейчас ножку вытянуть и оторвать голову. Вытянуть ножку и в этом положении, оп, слегка вес принести больше на руки, оторвать голову. И в этом положении, оп, почти, хорошо. Отлично, пробуй. Хорошо, давайте следующее задание. Потом руки растянем еще, не переживайте. Врезаем такой получающий силовой шпагат, естественно. Врезаем под руку. И такой же баланс делаем только вот здесь. Вот, врезаем. Точно так же, можно поставить голову сначала на пол, можно поставить ножку сзади на пол. Да? И потом оторвать внизу и прыгать ноги. Да? Получается шпагат, только висит. Представьте. Ну так, подлезаешь. Подлез. Подлез плечом под ногу, подлез. Руки сгибать, легче руки согнулись. На одну, на другую сторону пробуем бросить. Такой полупрогнаться уже получается. Все сперли из земли, все, давайте. Вы передние согнутые пойдем сначала. Значит, вот согнутые. Это то же самое, да? Вот моя нога согнутая. Вот,
ножки вперед, ручку отрываем между ногами, вот сюда. Ножки скрещиваем, приподнимаем, и точно так же придется вверх на ногу. Здесь зависаем. Если хорошо получается, ножку в то положение, в котором сейчас было, переправляем. И обратно. Сюда. Давайте пробуем. Тоже ручки согнуть, пониже грудь, повыше ножки. Спина работает в скрученном положении. Руки упираются и скрученная спина включается. Вот и носи вес. Работай спиной. Сюда ноги. Положение нога за головой, баланс есть такой классный. Нога за головой, двигается торчит. Так, меняется. Ну, то есть, как будто в нейросе просто происходит. Вот. Последнее такое силовое положение, очень полезное, очень хорошее. Тоже близко нам. Ручки так, упирается в живот. Можно ножки согнуты, можно ножки прямые. Да. И повыше поднять. Ножки повыше, поднять груз. Ножки соединить вместе. Кому легко, это можно делать его на кулаках, на пальцах, на запястьях. И пальцы на себя. Упражнение разжигающее, хорошо очень, как бы, жар пищеварения. В этом положении. Для него вот базовым считается упражнение такое, еще смотрите, хорошее. Сюда раки поножки, да? Вот так. И просто ложитесь на кулаки, так, чтобы кулаки вжались в область сплетения солнечного позвоночника. И расслабиться. Пульсация будет жесточайшая. Да? Пробуйте. Расслабиться в этом положении. Вперед сюда и... Хорошо. Это полезная такая стимуляция, но, в принципе, наша набивка, я думаю, что во многом это все заменяет. Да? Все вперед, на плечи вниз. Ножки согнули. И такое же положение, только ножки прямые. Причем постараться, смотрите, спину не сутулить, да, не другую петлю спина, а спину полностью выпрямить. Спина прямая, вытянута спина. Коленки прямые, спина прямая. Баланс поймали, посидели. Отпустили ножки, уголочек держим. То же самое, спина прямая, не сутулим спину. Бровь вверх, грудь вверх, живот вверх, живот вперед. Держим положение. Держим, спина прямая, прямая спина, прямая. Дышим глубоко. Не опускай ног, руки поставили на пол, ножки согнули, не опускай. И приподнялись на руках, побежали. Опустили, отбеги. Горка. Из горки вместо прыжка делаем тоже прыжок, вот проброс ног целиком вперед постараться сделать. Опусти ножки, уголочек. Зависаем. Упор. Разгиб. Горка. Работа ног еще раз. Еще раз, еще последний. Опускаем ноги. Живот, спина одинаково участвуют в движении. Держим и животом, и спиной.
одно целое. Сгибаем сами. Так, на спине. Упор. Ангиб. Горка. Дальше вот 15 секунд легло на пол. И вытянув ножки, точно так же оставить спину без прогиба, чтобы не было здесь такой полости. И легли свободно. Постараюсь, чтобы поясница не висела на полу, а лежала. Да, для этого слегка можно по лопаточке приподнять, вот так можно такой вариант дарить. Локтя отдернуть, лопаточки приподняли, поясница уже легла, подвытянули ее и выстилаете вверх позвоночник, лопатки по полу, чтобы поясница оставалась опущены, мы все опустили, ладошки слегка вверх, расслабление. После этого выдох, задержка дыхания. Задержка дыхания на выдохе, на вдохе приподнять ноги слегка, приподнять руки, направить все тело, такое положение. Кулаки крепко сжать. Пальцы взять на себя. И максимально на вдохе это положение задержать. Максимально. Сейчас вы держите максимально вдох. И после этого падаете, полностью расслабляетесь. Еще раз напоминаю. Давайте 50. Чтобы вставило так. Вставило. 50. Дышим, 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 дышим. Выдох. Втягиваем сюда живот. На выдохе держим какое-то состояние. Вдох. Приподнимаемся. Вдох. Полный вдох. Напрягаем руки, напрягаем ноги, живот, спину, плечи, лицо. Все напрячь. И держим максимально точно так. Внимание вот здесь, в центре лба, между глазами. И когда уже не можем, падаем, расслабляемся. И лежим, отдыхаем спину. Да? 50. Начали. Дышим животом. Хорошо. Чаще. Пам-пам-пам. Живот мощно работает. Держка. Вот тянем. Держим какое-то время. После того вдох, напряжение. Выдох, задержка. Лежи на выдохе свободненько. Смотрим вглубь себя, внимание в центре лба. Не думаем о дыхании. Язык можно упереть, кончик языка в верхнее небо. Вдох, напряжение тела. Поднять ноги, соединить руки, держим сильнее. Держим, 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 держим сильнее, держим, держим. Напрягаем больше. Передняя бедра, живот, спину, плечи, шею напрягаем. Держим, держим, держим еще. Вот здесь внимание, центр лба. Держим, еще держим, сильнее напрягаем еще. Еще сильнее. И упали, расслабились. Ладошки вверх лежат, мягко протянули. Ровное, спокойное дыхание. Расслабляем ступни, пальцы ног. Ощущение, что за пальцы нос вас мягко вытягивает. Тянет за пальцы нос. Ощущение даже легкого массажа такого мышечного пальцев ног. Ступни мягкие. Подошвы ног мягкие. Получил внимание, отслеживая свое тело, все снизу вверх. Переводим внимание на голени, икроножные мышцы. Боковые мышцы голени, сами голени мягкие. Даже кости чувствуют, торс мягкие, свободные. Не бойтесь этого ощущения расслабления, но
поначалу можно даже пугать, да, на самом деле ничего страшного нет. Мышцы как бы расплываются по полу, ноги растекаются по полу, колени мягкие, расслабленные, теплые, расслабленные колени. Вдох и выдох направляем по колени. Вдох, выдох по колени. Мышцы бедра расслаблены, мягкие, теплые, расслабленные мышцы бедра растекаются по полу. Обе ноги мягко расслаблены. На все за ногами расслабляется таз. Тазобедренные суставы, ягодицы, паховые мышцы, низ живота полностью мягко расслаблены. Не боясь еще расслабления, погружаемся в него, мягко отдаемся. Живот медленно опускается, поднимается на дыхание. Вдох, выдох, выдох. Расслабленные ребра, межреберные мышцы. Внутренние органы следят за мышцами, которые расслабляются. Мышцы груди расслаблены, плечи свободно раскрыты, расслаблены. Руки, бицепсы, трицепсы, мягко расслаблены, расслабляются в поле. Дыхание, чувствую мягкую вибрацию в середине ладони. Как пульс отдается. Этот пульс растекается по всему телу. Пульсация расходится по всему телу, также помогает снять чем-нибудь расходиться. Шея расслаблена. Мышцы шеи. Задние повышены шеи. Глаз, лоб, кожа под волосами расслаблена, лобы будут расслаблены. Медленно, с замедляющимся дыханием, но не искусственно замедляем, а естественно. Четко отслеживаем, лучшим внимание весь организм, все свое тело, улавливаем, где еще недостаточно расслабления. Отдельно наши спины, без позвоночник, каждый позвонок в отдельности, протестируем, пощупаем. Кратчайшие мышцы. Вниз спины. Если какие-то мысли возникают, надо нас. Участие чувства усложняется.
Стоп. Просто повод для осмысления.